Сосредоточиться в новом растворе необратимые структурные изменения. Повторяю, структурные изменения. Нужна точная формула раствора. Точная формула. Идут структурные изменения. Причина. Причина. Продолжаю работать с мозгом. Навязчиво повторяется момент смерти. Управляемости сознанием добиться не могу. Доброе утро, Мария. Доброе утро. У обезьяны подскочило давление. Гроза. Были у него? Нет еще. Лоран, вы же знаете, у нас не гроша, приходится идти на это. Представляю, каково-то днем. Что дома? Инструкции жесткие, Гульд. Работами довольно заинтересовались. Там. Вы что-нибудь узнали об этом докторе? Работал хирургом за штатной клиники. Доуль что-то там себе сломал, он лихо починил профессора. Доуль говорил, что Корн хирург Божьей милостью. 3 года работали ноздря в ноздрю. День памяти профессора Доуля. Напыщенно.
Свои, свои. Ваше приглашение? Что? Ну, свои, я тебе говорил. Посмотри. Артур! Это же Артур! Артур приехал. Приехал, наконец-то. Вилли, как я рад тебя видеть. А я тебя ждал. Несчастье. Такое несчастье. Вот. У нас теперь строгости. Да. Все как прежде. Конечно. Все как было при нем. Не знал, что ты можешь плакать. Лоран, не бывает слез. Ты стал похож на отца, Артур. Как это случилось? Последнее время работал запоем. И днем, и ночью. Шла мысль, как он говорил. Под утро уехал. Он ведь любил отдыхать за рулем. Машину занесло. Был дождь. Где это произошло? На северной дороге. Недалеко от Большого каньона. Я ведь даже не знала, где тебя искать. Надеялась, узнаешь из газет, прилетишь. Там, где я был, цивилизация существует только в виде напалма. Ты так и не вышла замуж. Да, я жила его жизнью, не жалею об этом. И мать сломала. Прости, но она никогда не понимала его. Ну, конечно же. Профессор Доуэль. Великий Доуэль. Чистая научная мысль. Счастье всего человечества. Но чаще всего все эти благородные идеи попадают в руки людей в погонах. А потом стронцы в костях. Двухголовые младенцы. Все это я повидал. Ну и как твой фильм? Готов. Но его не очень хотят показывать. Отец переживал ваш разрыв. Он всегда был безукоризненно честен. Да-да. Другой добрейший профессор. Никогда не думал, что под его скрипочку появится бомба. Прошу вас. Незадолго до своей гибели профессор пришел к выводу, что его исследования зашли в тупик. Я переступил рубеж, перед которым остановился покойный Доуэль. Прошу вас. Главная драгоценность нашей коллекции. 32 дня ее голова существует на теле другой обезьяны. А как же вы подавляете отторжение, доктор? Мною синтезирован раствор, который мы вводим в ткани реципиента и донора. Один из аспектов наших исследований. Соединение биологических электронных элементов открывает своеобразные перспективы. Скажите, доктор, а может ли в таком качестве использоваться
мозг человека. Ну, в принципе, да. А что вы думаете, доктор, о нравственной стороне подобных опытов? Моральные проблемы, возникающие в связи с любым крупным открытием, не имеют прямого отношения к науке. Такого взгляда, как хорошо известно, придерживался ваш отец. С приездом, Артур. Кто это? Сын Долга. Сегодня в день памяти профессора Доуэля пусть немногие сохранившиеся кадры напомнят нам этого удивительного человека. А это единственное интервью профессора. Господь Бог был первым хирургом. Да-да, конечно. Он взял у Адама ребро и сделал из него Еву. Если мы преодолеем барьер несовместимости тканей, мы сможем создавать любые биологические конструкции. То есть сделать то, что мог себе позволить лишь Господь. Моя жизнь и моя смерть принадлежат науке. Эти слова сказал профессор за несколько дней до своей трагической гибели. Не скрою, мы в трудном положении. И верю, что почитатели покойного профессора помогут нам продолжить его дело. Он не просто тут провинциальный тихоня. Благодарю вас. Прошу вас. Да, да, да. Прошу. Ваше впечатление. Профессор Ричардсон, доктор Гульд. Знаете, поражены увиденным. Хотели бы встретиться, обменяться информацией? Благодарю вас, но, к сожалению, меня интересуют не научные, а финансовые проблемы. Мы представляем химический концерн «Меркурий». В любое время к вашим услугам. Ну что, надолго к нам? Да нет, завтра уеду. Жаль. Надеюсь, вы понимаете, Артур, все здесь вашим. Мне в наследство осталось только работа и долги. У меня нет никаких претензий, доктор. Артур. О, иди Вилли. Сюда. Иди сюда. Ну что, давай прощаться. Ну? Слушай, я вот что хочу сказать. В ту ночь, когда профессор разбился, с ним в машине был доктор. Ты что-то путаешь. Я дежурил. Часа в 3 ночи звонок. Доктор. Опять вольер не закрыт. Я побежал, все заперто. Прихожу, а из ворот выезжает машина профессора. Так. А за рулем доктор. Подожди, подожди, нет. А отец? Профессор сидел рядом. Причем как-то странно. Вот шляпу надвинул, вот так. Отличный инструмент. Что там с машиной? Все в порядке, свечи. Ну что же, прошу, пройдемте.
Нет уж. О, здесь просто рай. Прохладным. Профессор был первоклассным стрелком. Приучил меня. Выпьем. Коньяк, виски. Что предпочитают за океаном? Смотря за каким. Обслуживаем 5 континентов. 6. В крови антарктических пингвинов нашли следы наших химикатов. Остался космос. Охвачен. Ракетное топливо «Меркурий». Доктор, научный отдел концерна предлагает вам сотрудничество. Неограниченный кредит, новейшая аппаратура. Вы впускаете нас в свою кухню, и мы все дружно варим суп. Представляете возможность, которую открывает ваш раствор при серийном производстве? Нет, никогда об этом не думал. Меркурий продает бессмертие, масштаб, размах. А вы тут возитесь со своими обезьянками. Кстати, на вашем препарате можно вывести людишек. Ну, тех, что без затей. Что нужно, то и сделают. Черт бы вас побрал, Гурт. Мы же не на полигоне. Благодарю вас. Польщен. Но не смогу принять ваше предложение. Буду заниматься своими обезьянами. Ваши просроченные векселя, неоплаченные счета. Предъявим коллекцию к оплате. Ну и все здесь. Все здесь наше. Хотелось бы договориться, вас ценят. Так. Могу я взять тайм-аут? 2 дня, доктор. Два дня. Что вы там потеряли? Артур! Артур! Это же я, Бакстер! Машину выбросило с шоссе, как камень из рогатки. Мокрый асфальт, скорость. Отец никогда не ездил быстрее 50 миль. И не курил. РК? Роберт Корн. Ты помнишь, мы в детстве играли в сыщиков? Я доигрался. Нам кажется, придется опять поиграть в эту игру. Привет, старина. Здравствуй, Артур. Когда приехал? Вчера. На кого охота? Да у нас и у астрономов одна цель. Звезды. Ну-ну. Ловим ее величество Анжелику Гай. А она здесь? Проездом. Снималась где-то в джунглях. О! Никаких интервью. Никаких Анжелика! Интервью. Анжелика, пожалуйста, интервью. Несколько фраз для нашего журналиста. Ребята, пожалуйста. Я сказал, никаких интервью. Впечатление о нашем удовольствии. Я прошу, никаких интервью. Расскажите о вашей новой роли, пожалуйста. Что за роль? Очень рада тебя видеть. Я ну, тоже. Как ты? Жив. Читала о смерти твоего отца ужас. Позвольте, позвольте. Прошу вас, пожалуйста. Как всегда, опаздываю. Пару слов. Умоляю, хоть пару слов. Прошу. Быть. Прошу. Главное, чтобы материал был свежий. Фактор времени – это все. Понятно, понятно, доктор.
Будете жмуриков потрошить. Что? Жмуриков? Я говорю, покойничков потрошить будете. Все формальности с вашим начальством согласованы. А Бога не боитесь? И с Богом тоже все согласовано. Будут жмурики, доктор. Будут, этого добра хватает. Режут, стреляют, разбиваются. Вот и ваш шеф, профессор, разбился, как пижон. Профессор был рассеян за рулем. Благодарю. Часто ездили вместе? Никогда. Нет, я слишком опытный водитель. Красивая штучка. Ваш? Мой. Где вы его нашли? Там, где вы его потеряли. Спасибо. Пусть пока побудет у меня. А то опять потеряете. Ты куда? Стой! Ах ты негодяйка. Стой, у негодяй. Малыш, иди сюда. Как тебе не стыдно? Иди сюда. Вон там. Я видел его. Что такое? Он смотрел на меня. Ну, что тебе померещилось? Святая Дева Мария. Суеверие, алкоголь. Старая операционная, там работает доктор Лоран с животными. Вечерние анализы обезьяны. Увеличить дозу инъекций? Да. Начали поиск донора для вас. Раствор корна работает, обезьяна живет. Раствор, сделанный вами, кончается, надо рисковать. Увеличить кислород? Нет. Поднять давление? Не понимаю. Не могу понять. Не понимаю. Осторожность. Еще раз осторожность, Мари. Простите, доктор. Профессора все время что-то беспокоит. Я не могу понять его. Идите отдыхать, Мари. Я попробую разобраться. Идите. Вечер, профессор. Вечера добрый. Злые ночь. Злые дни. Да, действительно, у меня злые дни, профессор. В растворе происходят необратимые структурные изменения. Откуда-то все время слышу эти слова. У обезьяны начинается отторжение. Ее никто не любит. Почему скрываете от Лоран, что я говорил, коллега? Женщина, эмоции, переживания. Контакт сейчас нужен только между нами. Буря в океане. Ветер гонит волны. Гнет пальмы. Сегодня тихо.
Вы не хотите дать мне формулу? Формулы нет, коллега. Я не успел разгадать. Искать надо. Трогать. Прикасаться. Голове это не дано. Для вашей головы нет невозможного. Находясь в здравом уме, твердой памяти, завещаю доктору Корну в случае моей смерти произвести резекцию моей головы и продолжить при моем посмертном участии исследования. Ваши слова, ваша воля. Страшный человек был этот профессор. Великий человек. Коллега, где Артур? Не знаю. Ничего не знаю о нем, профессор. Я не профессор. Я нечто. Видимо, он догадывается, что я вторгаюсь в его мозг. Сопротивляется сознательно. Ищет контакта с Лоран. В растворе реакция разложения. Исследовать. Мыслить. Искать ингредиенты. Нужна формула. Точная формула раствора. Не сужать поле памяти. О, простите, я, кажется, ошибся. Артур! Добрый вечер, Артур. Добрый вечер. Ты все та же, Анжелика. Анжелика улетела. Анни Смит. Ее секретарь. Сумасшедший. Не рад? Ты странно. Так-то лучше. Купи ракушку. А дам за пачку сигарет. Купи ракушку. Ну, купи. Тревожит, да? Thank you.
купи ракушку, купи ракушку, купи ракушку, купи ракушку, купи ракушку. Опять повтор. Степень концентрации раствора. Надо ли добавить ингибиторы? Опять не то. Несколько цифр. Какие-то проклятые иероглифы. Импульсы в голове, в нее никак не проникнуть. И все. Все летит к черту. Но есть же его записи, черновики. Обрывки, намеки, основные в извилинах. Ах, если бы он мог говорить. Забыли характер учителя. Вдруг его первыми словами будет: идите к дьяволу, коллега. Да. Спасти Доуэля может только Доуэль. Вы были влюблены в старика. Зря погубили животное. Предупреждал вас. Ваш раствор кончается. Что будет дальше? Перестану существовать. Откройте окно. Хочу увидеть вечер. Красивый памятник вы мне поставили, коллега. Игру ведь приходится вести по всем правилам, профессор. Так вот, завтра я должен дать ответ этим из Меркурия. Денег я не достал. Кому-то еще нужны деньги. А завтра я открою им двери. Они не будут церемониться. Они выжмут из вас все. Подождите, коллега. Запишите шифр моего секретного банковского счета. Долги надо платить. Как вам удалось добыть это? Профессия. Отторжение не бывает мгновенным. Показывая обезьяну, Корн знал, что процесс начался. Блефовал. Еще кофе? А. Черт возьми, откуда Корн достал такую сумму? С того света. Не валяйте дурака, Гульд. Деньги, которые он вчера рассчитывался, взяться со счета Доуля. А шифр знал только покойник. Мистика. Вы уверены в этом? Я не экспериментатор. Я не ошибаюсь. Хозяев наших знаете? Если им понадобился Корн, он не получит его со всеми обезьянами вместе. Со мной справились когда-то довольно быстро. Лучше поджариваться здесь, чем гореть дома. Казарменный юмор. Что вы предлагаете? Залечь в джунглях и ждать. Доктор добудет раствор, а мы доктора. Только без уголовщины, Гульд. Thank you.
мыслить, не терять нить. Не то. Все не то. Вот кто копается в моих извилинах. Забрался в мозг. У меня нет другого выхода. Вы знаете, уверен, знаете, но почему-то прячете. Но я вырву. Вырву из вас истину. Оборотень. Я ваше изделие, вы сами учили. Все вздор, главное истина. Украдете несколько цифр. Дальше что? Дам вам жизнь, тело полное сил. Сделка. Пусть сделка. Я вырос в нищете, и вы это знаете. Считал каждый грош. Жалкий хирург за штатной клиники. Потом вдруг вы. Я работал. Работал дни и ночи. Крысы, обезьяны, опять обезьяны, снова крысы. Сейчас в руках у меня шанс. Я его не отдам. Заставляете меня разрушать ваш мозг. Ну что ж, продолжим. Подождите. Покажите, что вы там из меня выудили. Очки, черт вас возьми. Вот здесь не строит. Попробуйте поменять первую и третью составляющие. Понимаю. Так. Просто. Все просто. Вот и я гений. Так-то зверь. Лоран. К счастью, Лоран. К счастью. Господи, наконец-то. Проклинаете нас. Вас еще не знаю. Меня? Вашу Лоран. Зануду Лоран. Лица изменились. Вы вспомните. Теперь, когда вы говорите, мне ничего не страшно. Я давно говорю с Корном. И он скрывал. Скрывал от меня. Хватит кудахтать. Ищите, где включается речь. Да, профессор. Ищите в системе дыхания. Речь включается здесь. И вот так. Ну вот мы снова вместе. Марии так было лучше. Я скорректировал формулу. Проверьте на досуге. Поварите. Ну что ж, на днях я соберу биологическую конструкцию, как говаривал профессор. И если эксперимент удастся, мы для вас подыщем 20-летнего спортсмена. А действительно, какое тело вы хотели бы получить? Ваше. Профессор сохранил юмор.
Вот и все. Ани Смит улетает. И снова превратится в звезду. Ты же знаешь, звезды не меняют своих орбит. Кончается их время, они просто сгорают. Не будем ссориться. Все и так достаточно грустно. Подойдешь ко второму столику справа. Вон к тому. К седому. Видишь? Вижу, вижу. Ясно? Моя доля та же. Да пошел бы ты, болван. Хороший трюк, Седой. Твоя копия наркоманка. Не повезет. Все мертво. Перелом основания черепа. Деньги, авиабилет, документов никаких. Артур Доуэль. Убит? Да нет, жив. Контузия. Идентичность по антигенам поразительная. Редкое совпадение. Почему вы не хотите присутствовать при операции? Потратил любопытство. Такая удача бывает раз в 100 лет. Великолепный материал. Решились на совмещение? Безумие. Мари, установку профессора в операционную.
Резкая разница температур головы и тела. Поднимайте давление. Температура. Разница не исчезла. Еще поднимайте. Мозг перестал реагировать. Увеличьте напряжение. Пульс исчезает. Проклятие, что происходит? Она уже жила. Я шил ее, собрал. Она дышала. Окисление. Ваш раствор не действует. Зелье сварено по вашему рецепту. Проверять надо было. На крысах. Только великий Доуэль мог творить чудеса. Но я добьюсь, я разгадаю. Чего бы мне это ни стоило, разгадаю. Прекратить истерику. Операция. Лоран? Да, профессор. Увеличить напряжение. Бейте. Будите мозг. Корн? Да, профессор. Подключайте мой баллон. Не сметь! Вы с ума сошли. Подключайте. Но что будет с вами? Черт со мной, черт с нами, со всеми. Подключайте. Здесь уже жизнь. Подключайте. Никакая Анни Смит в то утро после взрыва из нашего аэропорта не вылетала. Я все проверил. Скажи, не было никаких сообщений об Анжелике Гай? Актриса исчезла. Газеты 2 дня кричат об ее похищении. А что? В кабаре со мной была Анжелика. Женщина с авиабилетом. Она была изуродована. Дай сигарету. Лучше все сразу. Понимаешь, у меня есть основание полагать, что твой отец все-таки был убит. Корн. Интересно, а что же тогда негр увидел в окне? Где ее похоронили? Иди. Осторожней. Чужое. Все чужое. Так бывает после операции. Сядь. Шея болит. И горло.
А что произошло ночью в кабаре? Помнишь? Вы из полиции? Нет, ты в больнице, не беспокойся. Эти подонки, они гребли деньги, а мне ничего не платили. Звезды не меняют своих орбит. Звезды сгорают. Что-что, повтори. Я никогда не повторяю. Никаких дублей. Ты снималась в кино? С чего вы взяли? В тот вечер. В кабаре. Нас накрыла полиция. А потом... Потом... Что потом? Предел. Когда вы меня отпустите, а? У тебя есть близкие? Одна я. С пеленок одна. Надо улетать, контракт. Что-что? Мадам доктор, в башке у меня все перепуталось. А зачем этот ошейник душит? Вот видишь, домой тебе рановато. Мы должны как следует починить тебя. Какой вид спорта предпочитаешь? Любовь. Ну, с этим придется подождать. Доктор права. Пока теннис, плавание. Да вы что? Я воды до смерти боюсь. А ракетку никогда в руках не держал. А что вы со мной возитесь, а? Учтите, денежек у меня ку-ку. Ты сама сокровище. Во время операции окисление нового раствора. Видимо, он направил меня сознательным по ложному пути. Продолжаю работу. Мне нужно увидеть доктора Корна. Карантин? Послушай, парень, я Артур Доуэль. Приказ. А где Вилли? Умер. Соедини меня с доктором Лоран. Черт побери. Мари, для первого раза хватит. А вы на лопатках, мадам доктор? Очевидно, та была отличной спортсменкой. Да, мы соединили не только ткани и сосуды, а характер личности. Вы волшебники. Вы знаете, у меня такое ощущение, будто я родилась вновь. Как Венера из пены. Так оно и есть. Я пошла купаться. Осторожнее. Очаровательная конструкция. Ева. А ее создатель — Господь Бог. А я-то думала, что здесь кроме меня никто не бывает. А вы что, тоже
пациент из больницы? Нет. А жаль. Кажется, где-то я вас видел. Вы всегда так начинаете с женщинами. Вы были в «Континенталь» с какой-то штучкой в очках. Там меня и ранило. Да. А что с ней? Погибла. Не повезло? Погибла. В жизни всякое бывает. Артур. Откуда вам известно мое имя? А вас, правда, зовут Артур? Вы знаете, я после операции немножко того. Пошли купаться. Купи ракушку. Купи ракушку. Купи ракушку. Откуда знаешь? Не знаю, но знаю. Ты кто? Ева. Доктор зовет меня Ева. А иногда мне кажется, что я Моника. А иногда... Я не знаю, кто я. Ну что ж, до свидания, Моника, Ева. До встречи, Артур. Она. Моника Браун, 28 лет. Она. Ну, бред. Не может этого быть. Я говорю тебе, она. Моника Браун, певица из кабаре. 28 лет. Тело было передано Корну. Может быть, я начинаю сходить с ума, но... Она поразительно напоминает Анжелику. Кого? Анжелику Гай. Понимаешь, я не знаю, чем, но что-то в интонациях, в походке. Ну, брось, брось. Да нет. Ну, не это главное. Ты понимаешь, в ней сама суть Анжелики. Вот это вот. Купи ракушку. Купи ракушку. Да, надо бы заполучить эту дамочку. Мозг Доуэля все-таки дал мне формулу. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Доуэль знает, его раствор кончается. В ближайшее время переведу профессора на новый состав. Представьте на них Лоран. Гигантские холодильники. Замороженные тела, черные, белые и желтые, на любой вкус. Бессмертие. Старые изношенные Рокфеллера Морганы сами отдадут нам свои миллиарды. Последний крик умирающего тела – жить. А в лабораториях – головы. Да, головы, начиненные высшим интеллектом. Все эти Эйнштейны, Ферми и прочие – они после смерти не исчезают, они хранятся. Их уникальный мозг работает. Четко, без суеты, помех. Любимое извещение нашего профессора: «Я мыслю, значит, я существую». Власть
чистого разума. Перспектива. Вы сумасшедший. Или хуже? Шутка. Ну, а теперь о деле, Мари. На днях мы соберем здесь ваших друзей, цвет науки, деловой мир, прессу и демонстрируем нашу Еву. Ваша Ева существует благодаря препарату Доуэля. Допустим. Вы можете только резать и сшивать. Бесплодно. И вы это знаете. Вот когда мы станем хозяевами положения, тогда и предъявим миру воскресшего Доуэля. У вас золотые руки, Лоран. Я обыкновенная рабочая лошадь. Золотые руки у вашего Корна. А, вам капризы не идут. Конечно. Капризы – привилегия женщин. Хватит ворчать. Тащите шахматы. И музыку. Вот бессмертие. Неужели вы не понимаете, что такое Корн? Хранилище голов. Гениальная идея. Ферзь F8, шах. Как там ваш конгресс? Готовится. Грюнберг будет? Да. Крафт приезжает. О, сам Крафт. Конгрессы, симпозиумы. При моем участии они частенько кончались скандалами. Да, у вас был характер. Кое-что осталось. Лоран? Да, профессор. Как вы насчет хорошего скандальчика? Учиним скандальчик на вашем конгрессе, а? Профессор играет белыми? Да. Ваше положение безнадежно. Знаю, доктор. Кончается. Ну что ж. Новое зелье сварено. На днях мы переведем профессора на мой раствор. Это и будет лучшей проверкой его эффективности. Доктор Корн завтра собирается продемонстрировать сенсационные результаты своих таинственных опытов. На конгресс прибыли профессор Крафт, доктор Грюнберг и другие светила науки. Продолжаем спортивную передачу. Гадаете? Удивительно, я думал о вас. Да. Позвольте. Прошу. С приездом? Я не уезжал. О, что же интересного в нашей дыре? Вы собираетесь завтра ошеломить мир? Готов. Встанет. Пари. Не знаю, кто из них выиграет, доктор. Но вы проиграете. Обязательно проиграете. Ну, я же говорил, мой победит, а? Прав. А я оказался прав, этот парень-боец. Завидую вам. Я тоже хотел когда-то перевернуть мир. Все мы похожи на голову вашей собаки.
Ваш мозг тоже подключат, доктор. Предпочитаю, чтобы головы других работали на меня. Вот так. Ну что, птичка скоро прилетит? Надеюсь. Придет, придет. Ты всегда нравился девчонкам. Мы ждем там, у шоссе. Почему вы всегда входите без стука, доктор? Открой рот. Ну, все идет неплохо. Куда собралась? На свидание? Это вас не касается. Убери лапы, док. Я тебе не шлюха, и ты не мой кот. Ты что в меня колешь, а? Что? Ну ты тише, 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 тише. Что за тон, доктор? Все. Хватит. Я ухожу. Деньги за лечение вам пришлют. Тогда надо снять это. Тельца обмозговали, да? Решили меня за покойницу выдать, а? Ожившую. И кучу денег загрести. Да? Так я вам поверила. Я собрал тебя. Шил, как куклу. Это все не твое. Я дал тебе другое тело. Ты ничто, понимаешь? Тебя нет. Лжете. Лжете. Я не умирала. Я никогда не умирала! Это шантаж! Я не верю! Я пойду в полицию! Доктор! Доктор! Сколько вам нужно заплатить? Сколько? Вызовите моего адвоката, доктор. Пойдем. Не бойся. Пойдем. Оставьте нас. Надеюсь, вам она поверит. Подойди. Глаза добрые. Все это не мое. Да.
что ощущаешь. По мне, не я, другие. Все путается. Бедняга. Что же я такое? Биологическая конструкция. Если не получишь порции своего наркотика, снова исчезнешь. Чем обязан, Артур? Хочу предложить вам небольшую прогулку, доктор. Забирайтесь. У меня нет настроения шутить, инспектор. Покажу, где вы обронили эту вещицу. Точно такая же машина была у профессора. Нужно, чтобы все было как в ту ночь. Садитесь за руль. Стоп. Тело профессора он оставил в машине. Потом облил салон бензином и спустил тормоз. Так? А может быть, хватит ломать комедию? Полиции тоже иногда позволяются эксперименты. Действуйте. Хороший сыщик, инспектор. Когда-нибудь я вас возьму на службу. Это он. Он. Он мне тогда целых две монеты дал. Ты, говорит, забудь, что меня видел. У него кольцо такое, зеленое. И все-таки я вас возьму на службу. Позвольте. Мари, поднимитесь в бокс один. Я вынужден предъявить свое алиби. Идемте, инспектор. Вам, Артур, лучше остаться. Подожди здесь. Идите, профессора. Не спится, Корн? Господи. Профессор, меня обвиняют в том, что я убил вас. Я вбежала в кабинет, профессор лежал на полу.
вызвала Корна. Инъекции, массаж, но ничего уже нельзя было сделать, ничего. Обширный инфаркт миокарда. Тогда у нас уже были операции, правда, на животных. Аппаратура, раствор, полученный профессором. Мы решили спасти. Мою драгоценную голову. У меня была настоящая, хорошая смерть. Инспектор, вы тут кое-что забыли. Ну что ты молчишь? Я тебе сказал, Корн невиновен. Что за алиби он предъявил? Видел твоего отца. Будь оно все проклято. Меркурий, мы на месте. Ведем прямую трансляцию из института Доуэля. Впервые в эти таинственные стены допущены пресса, радио, телевидение. Небольшой зал заполнили приехавшие на конгресс крупнейшие специалисты, медики, физиологи, биологи. Работы покойного профессора Доуэля, продолженные его ассистентом доктором Корном, вызывают огромный интерес специалистов и общественности. Через полчаса автомат переведет вас на новый раствор. Чего-то боюсь. Не надо бояться, Мари. Все будет хорошо. Впервые слышу от вас, Мари. Лоран, Лоран. Всегда Лоран. Вы, Мари, последнее мое открытие. Добрые руки. Добрые. Как я устала без вас. Повторяю, идет прямая трансляция из института Доуэля. Идите, Мари, пора. Идите. Синтезированный мною раствор открывает перспективу конструирования любых живых существ, включая человека. Да-да, включая человека. Лоран. А сейчас... Позвольте предложить вашему вниманию, так сказать, экспериментальный образец проделанных нами опытов. Моника Браун, 28 лет, была убита 12 июня. Смерть констатировал полицейский врач Вернер. Доктор Вернер, прошу вас. Да, я констатировал смерть этой женщины. Да, да, вместе с доктором Капланом, патологоанатомом, я произвел вскрытие. А тело, разумеется, с разрешения полиции, было передано доктору Корну. В ту же ночь в кабаре погибла неизвестная. Лоран. Биологическая идентичность этих двух организмов была на редкость удачной. Знал, да? Группы крови, лейкоцитарные группы, даже пигментация кожи совпадали. Таким образом, тело и голова этой женщины принадлежат двум разным биологическим единицам. Встань. Перед вами биокомбинация. Ева, как мы символически назвали свою, ну, скажем, пациентку. Чудовищно. Это просто чудовищно. Браво! Браво, доктор Корн!
Грандиозно. Это за гранью науки. Нет. Разрешите, доктор. Ваша, как вы сказали, пациентка обладает всем свойствами нормальной личности. Сама Ева ответит на ваши вопросы. Что я должна сказать? Кто вы? Кем вы себя ощущаете? То, что существует, не знает, есть ли у него я. Доктор сказал, это конструкция, биокомбинация. Доктор Корн преступник. Да-да, да, я утверждаю. Корн и доктор Лоран преступники. Хотя совершенными преступлениями не предусмотрены никаким уголовным кодексом. Артур! Ты Артур! А я? Кто я? Кто я? Кто я? Кто? Ты Анжелика? Анжелика! Нет, нет, никаких интервью! Она сказала правду. Тело этого существа было Анжеликой Гай. Я прощаю Артура Доуэля. Контузия. Смерть отца. Он невменяем. Доктор Корн украл открытие моего отца. Он живет его мозгом. Профессор, вы готовы? Да, Мария. Я включаю. А почему бы вам не продемонстрировать результат еще одной вашей уникальной операции, доктор Лоран? Слово профессору Доуэлю. Он жив. Последнее слово, коллеги. Жив. Невероятно. Лоран, коллеги видят, как я существую? Нет, профессор. Покажите. Вы действительно преступник, доктор Корн. Палач, арестовать его! Я выполнял волю профессора. Я оглашу завещание. Огласите только после. Капель моего времени мало. Коллега Корн, я не отдал вам формулы. Сейчас меня проникнет ваш раствор. Мертвая жидкость. Все. Конец. Да. Конец, Мари. Не надо искать виновного. Виновен Доуэль. Он жадно утолял любопытство мысли. Потом сверкнула истина. А истину крадут. Свет превращается в гибельную вспышку. Формула жизни в цифры доходов. Хищники рвут добычу. Я забираю свое открытие. Когда-нибудь кто-то снова догадается. Все просто. Надо лишь догадаться. Только отвечать, коллеги, за все. За все живое. Сохранить человека. Иначе... Будем сотрудничать, доктор.